В Подмосковье приступили к плановому ремонту дорог. До конца 2023 года обновят около 650 участков общей протяженностью более 1000 километров. Больше половины объема работ проведут в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Важность исполнения федеральной и областной программы подчеркнул и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Посещая территории, мы можем услышать от жителей просьбы о ремонте дорог. Перепады, сложный климат приводят к тому, что весной мы должны направить особые усилия на приведение в порядок дорожно-транспортной сети, плюс тротуары, без которых люди тоже не могут обойтись. В Одинцовском округе до конца 2023 года отремонтируют 500-метровый участок в деревне Сальково. Его определили по результатам голосования на портале «Добродел» и 2-километровый отрезок эстакады в Отрадном в рамках нацпроекта. Также в муниципалитете продолжают сезонный ямочный ремонт. Если от ямы идут лучи, трещины, то, собственно, мы стараемся большой картой заменить асфальтовое покрытие. Делаем это по технологии, и у нас гарантия по этой технологии 1,5 года. В текущем году устранят дефекты на 23 тысячах квадратных метрах дорожного полотна. На данный момент уже выполнена треть работ. В этом году вот мы выполнили уже за неделю только 3,5 тысячи квадратных метров асфальтобетона. Мы уложили. На сегодняшний день используем в своей работе 3 завода, которые, в принципе, выходят уже тоже на нормальные мощности. То есть с материалом на сегодняшний день никакого голодания наши подрядчики не испытывают. И, в принципе, укладываемся во все нормативные сроки. Работы на основных магистралях и дорогах с большой пропускной способностью завершат в ближайшее время. Полина Толмачева, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».